Выплату в 100 тысяч рублей стобальники Тюменской области получат до 1 августа. Денежное вознаграждение будет за каждый ЕГЭ, сданный на этот высокий результат. Напомню, что поручение премировать ребят дал губернатор Александр Моор во время прямой линии в июне. Данные с результатами ЕГЭ поступят в Департамент образования и науки Тюменской области. Выпускникам необходимо лишь сообщить номер счета для перечисления средств. Результаты ЕГЭ пока еще пришли не по всем предметам, но в Тобольске уже есть одна стобальница. Это выпускница лицея Алена Смородинова. Заветный результат она набрала по обществознанию. Напомню, что стобальников и золотых медалистов Тобольска по традиции будут чествовать у главы города.